Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Приехал я в лес на речку Стерлянка. Смотрите, какая красота у нас. Полюбуемся нашей природой. Проедем вдоль речки. Посмотрим на нашу красоту. Такая водичка чистенькая. Журчит. Наши горы, наши сосны, елки. Это все наше, родное. Большой перекатик, водичка. Журчит водичка. Посмотрите, какое место отличное для отдыха. Речка, полянка. Ставь палатку. И отдыхай. Рядом вот такой лес. Вот, друзья мои, хочу вам показать вот это место. Нашу речку Стерлянку. С этого места я еще не снимал. Нахожусь я за горой Судовая. Вот она, гора Судовая. И вот поднимаюсь вверх по течению реки Стерлянка. Значит, еду сейчас. Ехал по лесу. Дорога очень плохая. Колея старая, лесовозная. Вот хочу дальше проехать. Переехать речку и подняться по старой тропе вот в этот район. Попробую, что получится. Проходимая она тропа или непроходимая. В район печки подняться хочу. И вот, друзья мои, хочу вам показать вершинку горы Судовой. Никак я не сфокусируюсь. Вот она вроде. Да, вот она. Несколько раз я там был, но видео не снимал. Вот это самая высшая точка горы. Мало про нее кто знает. Тем более мало кто бывает. Ну как-нибудь попаду я туда. Оба, орел. Видно, нет ли, летает. Я вот не вижу его. Я полетел. Продолжим, друзья мои, наше путешествие. Оставайтесь со мной. Покатаемся. Мы, друзья мои, переправимся через речку нашу. Но речка маленькая, конечно. Брод мелкий, но вот камни большие, глубины. Но я на мотоцикле, мне как-то легче вырулил. Поедем дальше, искать дорогу, возвращаться тут накладно.
ехать. Вот, друзья мои, я заехал. Подъем в гору. И течет ручей. Вот так вот ехать приходится. Задышался. Сейчас вот через эту грязь проезжал. Смотрите. Ну, отдышусь. И дальше поедем. Жесть. Дорога. Ну, друзья мои. Впереди такая дорога. Следов транспорта нету. Правда, вот метка есть. Но я знаю, что здесь делают пешеходную тропу на инзерской зубчатке. На инзерской зубчатке. Вот видно, она тут пойдет. Точно здесь. Принято решение возвращаться. Оставайтесь со мной. Самое главное дело мне до речки доехать, эту грязь переехать. Ну, будет, думаю, полегче. Под гору. Смотрите. Лилии кудреватые цветет. Украшение уральского леса. Ну, едем назад. В общем-то, вот я выехал в эту делянку. Дорогу на печку. Знаю, что она вот здесь идет. А вот тут по краю. Но она тоже, там нет следов. Поедешь, а впереди завалы. Пилы у меня с собой нет. Я на мотоцикле. Так что едем назад. Охота была бы, конечно. Ну ладно, все еще впереди. Ну вот, возвращаюсь я. Форсировал я снова речку. Отмылся хоть немножко. То весь, как комок грязи. Хорошо, когда есть выбор между плохой дорогой и очень плохой. Оставайтесь, друзья мои. Поедем мы назад. Покажу вам еще интересные кадры горы Судовой. Едем. Ну вот, друзья мои, практически я выбрался до центральной дороги. Полкилометра осталось. Покажу вам ее также. А сейчас хочу вам показать вот гора Судовая. Вот эти скалы. Посмотрим сейчас с увеличением. Как-нибудь соберусь я. Пройду там. Мухи летают, там в кадр попадут. Но скалы неплохие. Впечатляют. Вершинка. Вроде бы она. Посмотрите, какая красота. Стою на обрыве. Речка внизу. Красиво. Это вдали гора Шум. Вот сейчас на обратном пути мимо нее проезжать будем. Я ее вам покажу во всей своей красе. Такие места красивые. Речка шумит. Красота. Ну, оставайся со мной. Сейчас выйдем на центральную дорогу. Покажу я вам ее. Посмотрите состояние дороги на кордон Меселя и на эрзецкие зубчатки. Ну, друзья мои,
показываю вам дорогу. Она идет на Изерские Зубчатки. В общем-то, она совершенно сухая. Но это пока нет дождей. Можно ехать. На внедорожники. Местами колеи. Ну, на кроссовере можно проехать, но если знаешь объездные дороги. Такая вот она дорога. Ну, друзья мои, подъехали мы к речке, переправа, впереди гора Шум. Полюбуемся на нее. Такая красота. Ну, спасибо, друзья мои, всем, кто досмотрел это видео. Всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока.